Привет, друзья! Добро пожаловать! Меня зовут Джонни. Мы с вами продолжаем проходить жизнь после зомби-постапокалипсис Дикон Сен-Джон. Всем приятного просмотра и хорошего вам настроения! Так, что у нас тут? Где мы тут? Надо найти... А, этого. Нарика надо найти. Нарик. Так, здесь что-то у нас вернуться будет. Айвент, поговорить с полковником. Хорошо, поговорим. Но сначала надо делать дела. Погнали. Нарика найти. Или... О, медведь, нифига. Тут, кстати, это что-то надо. Во. Погоди, чё он там? Медведь, шатун. Кто там стреляет, да? Ладно. Капитан, ну, эти следы свежие. Это здесь. Ладно, где? Зачем он звонил капитану? Вот ты где. Чё-то так и не понял, в чем прикол с этим капитаном. Короче говоря, он до него не дозвонился. Зачем он ему сказал? Не надо ему ничего говорить. А что такое? Почему? О. Так, хорошо. Больше ничего делать нельзя. Окей, окей. Можно что-нибудь смастерить. Да, мы что-то потратили все на этих на орду, короче. Так не получилось нам завалить всех. Где-то, видимо, какие-то остатки остались. Там тоже что-то. Ну, какая-то тоже хибара, кстати говоря. Вон там вдалеке. Ну как вдалеке? Рядом, в принципе. У нас он. Ну-ка, давай-ка туда сходим. А, это тубзик. Тубза. Тубза. Тоже, кстати, хорошая тема. Холодное оружие. Но у нас лучше. Угу. Везде пойдет. Лом, да, хреново, что он один.
Погоди-ка, лумпчик. Отлично. Не зря, кстати, сходили. Даже очень не зря. Так, отлично, там домик. Мне надо попасть внутрь. Не выйдет. Охраняют челики, да? Ублюдки. Так, надо найти как-нибудь забраться. Или попробовать с той стороны. Вообще, конечно, бы хотелось все по стелсу сделать. Аккуратненько прям. Как дела? Да хорошо. Это кому говоришь, мне? У меня хорошо. А у тебя? Так, давай-ка немножко спустимся там про снайпер. И обойдем это дело с правой стороны. Ну, это гостиница, чтобы не отслепила. Подъемчик тут еще наверх поднимается. А, я же забыл, он же не ассасин. Это же Дикон. Так, что у нас здесь? Нет, не получится. Это большой круг делать надо будет. Хреновенько. Мало боеприпасов. Там что-то есть. Блин, даже не заметил своего. Фрики! Фрики, фрики. Черт, мертвый! Какого хрена? Кого-то замочили. Это хорошо, когда идут сюда. Может быть, это фрики, чувак, ты не понял, что возможно это фрики. Слишком далеко. Вот снайпа бы сейчас вообще был бы тема бы. Блин, здесь почему-то нету. Давай-ка здоровенькую возьмем. Убили! Убили! Тебе показалось. Черт, мертвый! Черт, у нас потери! Потери! Ну, снайпа мы убрали. Они думают, куда вот он стрелял. Обойди его сзади, живо! Обойди его сзади, живо. Там что-то есть. Там что-то есть. Я тебя вижу, засранец! Блин. Сука! Убить мерзавца! Убийца!
Так, а теперь погнали. Убили! Зацепило! Стрелять нечем. В смысле нечем? Погоди, я же, по-моему, в лагерь же был. Менял, нет? А, блин, я же не был в лагере-то. Ё-моё. Всё понятно. Огонь! Огонь! Заряжаю, заряжаю! Сейчас ты сгоришь! Неплохо. Давай! Так. Нет, так не получится. Слишком далеко. Слишком большой разброс. Какого хрена-то? Что такое? Оу! Какого хера, блядь? Откуда ты нахер взялся, блядь, дебил? Бля, вообще капец. Чё так неожиданно? Откуда нахер? Просто. Охренеть. Неплохо, неплохо. И топливо. Угу. Сейчас надо обойти все равно эту херню. Так. Черт возьми! Черт возьми! Все что ли идут? Понятно, ладно. Ого, сколько тут всего. Тейлор. Дикон Сент-Джон. Как дела, Тейлор? Облажался я, бро. Не хотел я его убивать. Это уж точно. И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь, сука, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю. Эй, слушай меня, Тейлор.
Тейлор. Да ты дрыгаешься, дрыгаешься. Уэйд. Обсираешься, а эти мудилы стоят по стойке смирно и ржут над тобой. Стоят и ржут. Не хочу в петлю. Не хочу в петлю. Дик, не дай меня повесить. Я тебя... Я прошу. Ладно, Уэйд. Сент-Джон! Я здесь. Передоз. Вот черт. Неси его наружу. Да, смысл нести-то, понять. Зачем? Ну, сам виноват. Плевать, что человек натворил. Фрикам тела не оставляем. Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. Да и похер. Ну? Нашли его уже мертвым. Передоз. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение. Как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз... Не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Так, он тут второй уровень, да? Как он выжил? Окей. Так, что мы здесь... Ага, понятно. Гарроту. Полковнику Гарроту. Так, вот как раз давайте мы и прикупим припасиков всяких херни. Блин, у меня сзади еще тоже припасов-то полно. Что-то я об этом вообще даже забываю. Что они у меня есть. Капрал Дикон Сент-Джон. Сержант, как дела? Вот, прошу. Вот другое дело. Сделаешь меня миллиардером, да? Хорошо, улучшаем понемножку, да? О, транжира. Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? Вот, прошу. Все, что ли? Ладно. А, ладно. Ну, до встречи. О, Дик! Капрал,
Привет, сержант. Так, ладно. Капрал Сент-Джон, Дик, заглядывай. Чё ты хочешь, отвали. Наступная работа. Полковник, вы меня вызывали? Капрал? Да, вызывал. Капитан Коури сказал, что ты помог справиться с мародерами в этих краях. Просто делал свою работу, сэр. Тут обнаружилась любопытная группа намадов. Они шли по 97-й трассе. Видимо, преодолели перевал Тилсон, хотя я считал, что это невозможно. Наш патруль доложил, что у них были шрамы. На лбах у них было вырезано «Покойся с миром». Слышал когда-нибудь подобное? Нет, сэр. Похоже на какую-то секту, типа анархистов. Может быть. Как бы то ни было, я хочу, чтобы ты их выследил и разобрался с ними. У нас и так проблем полно. Мне еще только секты под боком не хватает. Да, сэр. Что-что, секта нам точно не нужна. Я отметил на карте последнее место, где их видели. Выполняй, капрал. Так, ладно. Вообще не проблема. Дикон, ты слышишь? Это Сара, мне нужно с тобой поговорить. Да, да, чтоб я здесь. Тебя. А ты как будто радостная. Просто я все поняла. Слушай, мне был нужен только секвенатор ДНК. Теперь я готова. Можно опробовать мою сыворотку. Ого, хорошо. А чем тебе? Так, помоги помочь? Расскажу при личной встрече. Я пошла. Ну, это потом. Не торопит. Так, погоди. Она сюда, значит, нам назад. Капрал Дикон Сент-Джон. Да завали ты, дебил. Давай падай. Отлично. Блин, чё газу-то дай им Теперь погнали. Сент-Джон, прием. Это капитан Коури. У меня к тебе дело. Капитан Коури, вы же в Diamond Lake, да? Вас понял. Да чтоб вас то ни хера не даете, то только уезжаю, беру работу и сразу даете задание. Ну да задолбали уже. Надо выполнить сначала приказ капитана, а потом тебе. Вау, щит! Хрена себе! Какого хрена, кошарок? Охренеть! Чё-то прям мощно. Пумчик, ну какого хера ты лезешь, а? Можно будет продать. Ну да. Бандиты, вот суки. Вы что, типа меня тут поджидаете, а? Потери! Упал! Упал! О, ты нифига. Ну, я готов. Более мой байк скинули. Вау.
пошел нахер, козел. Точно меня ждут. Придурок. Так, и что он здесь? Есть что сбагрить? Окей. Это хорошо, потому что нам это нравится. Так. Ух ты, сколько много всего. Окей. Окей. Так, погоди, все нормально. А то обычно бывает, все тут, блин, проволоку ставят, и нихера ее не видно. Немножко сократить путь. Снайпер на дороге, твою мать! Ух ты, ух ты! Все-таки поймал. Ладно. Чел плохой. Ну, вы поняли, что я хотел сказать, да? Охренеть. Снайпер там на крыше, да? Вот ублюдок, там, наверное, байк нам схерачил по полной программе. Это был последний. Последний чего это был? Бойскаут был последний. Да, я последний. Так, ничего нет. Вот ты где? Вот ты где? Не меньше, да? Так, хорошо. Во. Так, ладно. Не понял. Снайпа. А, упал он. Фига себе. Ух. Окей. Так, погоди, у нас там что-то может быть. Да, есть, но мне это не надо. Блин, наверное, сильно, наверное, расхерачили байк. Блин, как же попал-то, а? Чё-то как-то он круто улетел. Где он? А, вон. Ну да, дымится весь. Сколько там вообще? Фига себе! Это поправимо. Продержится. Я думаю, да.
О-о-о. Уже я тут, бля, помню, классное местечко. Тут статета есть. Нейра, по-моему, должно быть. Так, у меня по три, да? Фугасик можно сделать. Фугасика два, это три. Вообще хорошо. Нормально. Еще медпункт. И что же Неро оставили тут после себя? Как тебе? Комп приделать. Не понял. Еще трофеи. Так, так уж остановим. Тут, по-моему, орда. Причем нормальная орда. Вот это другое дело. Так, где-то тут еще что-то должно быть. Ну, сейчас будет как карать тут. Там-то ладно, хер с ним. Вон там. А, олени там. Может, твари. Твари. Вон там. Бля, там до хера их вообще. Поэтому пока лучше не беспокоить их. Займемся ими позже. Так, пусть пока не будем. Запчасти оставим. Ну, то есть патроны. Так, вон эта херня. Вот так. Погнали. А, там, ну ладно, хер с ним будет там. Только бы не оказалось, что я зря старался. Да, инъектор Неро. Так, что вам прокачивать? Давайте здоровье еще прокачаем. Еще один регистратор.
Может, хоть теперь я пойму, чем вы здесь занимались. Господи, да. Собачья смерть. Лучше бы уж самому. Ух, ё. Так, а тут можно где-то лечить? Не, стул невозможно поднять. А, тревога. Блин, что-то где-то один запорол. Ох, блин. Охренеть там. Нравится? Чтоб ты сдох! Вообще, конечно, там надо по-хорошему, но по-хорошему. Так, надо туда. Полковник, я нашел сектантов, о которых вы говорили. Я с ними разберусь. Отлично, капрал. Держи меня в курсе. Отбой. Упокоители. Как я их обожаю. Что, Вайрон Бьют для вас стало слишком жарко? Как же вы через перевал-то идете? Помните меня, уроды! Что-то не так. Я очищу тебя огнем! Ого. Заряжаю. Может пойти на юг, начать все заново? Нет, это вряд ли! Свобода! Свобода! Ух ты, блядь. Спасибо. Может пойти на юг, начать все заново? Нет, это вряд ли. Где ваш лидер? Где Карлос? А, точно, он мертв. Где... Он убил нашего. Да. Где ваш лидер? Да что ты будешь делать, а? Где ваш лидер? Где Карлос? А, точно, он мертв!
Это я его убил! Слышишь? Я! Но Карлос, он не покоится с миром! Он пошел на корм фрикам! Да что ты орешь-то, блин, а? А, они там. Потеряны. И вы все пойдете на корм фрикам. Освобождение! Ну вот и все. Ебаные упокоители. Там упал один. Полковник, прием. Это секта. Упокоители. Они больше вам не угрожают. Капрал, да. Любопытно. Я, наконец, дочитал рапорт капитана Томпсона. Похоже, они довольно долго за ними шли, прежде чем напасть. Я так понимаю, они зовут себя упокоителями и поклоняются фрикам. Хотят стать такими же, как они. Ну и жесть, сэр. Мы все солдаты, капрал, называй как хочешь. Меня это не задевает. А вот такие, как эти упокоители, очень даже задевают. Да, сэр. Они меня задевают тем, что показывают, во что превратился наш мир. Мы, капрал Сент-Джон, последнее, что отделяет этот мир от пропасти. Да, сэр. Отбой. Капрал Сент-Джон, прием! У меня к тебе дело! Сколько может быть? Слушаюсь, дело? Полковник Гаррет. Скоро буду. Конец связи. Все, отвалим. Так, Сар, там что-то нужна помощь. И у этого появилось, да? Так, давай-ка мы к этому гоняем. Это наш, пропустите. За работу, парни! Конечно, капрал. Руми, да? А, слушай, мне интересно, а как тебя забросило, ну, так далеко от дома? Я изучала театроведение в местном колледже. Капрал, Маташта. Все понятно, давай. Механик. Слушай, тут топливо прибыло. Наполни тебе бак. Так, я сам наполню, блядь, отвали. Попрочнее будет. Да, может, не так красиво. Хорошо, да. Так, погоди. А что по характеристикам? Во, давай. Во! Да, это есть. Неплохая штуковина. Раз, два, держать ритм. Так точно, сержант. Есть, сержант.
Да, да, классная вещь. Это точно. Блин, уже не хватает. Там самый топчик тяга, прочность. Вообще тема. А по остальному, в принципе, у нас вроде как все, да? Ну ладно, пофиг, ага. Давай возьмем. Ага, отличный выбор, правда? Угу. Ну все, осталось почти все по нему по чуть-чуть. Так, давай заправимся. Бензин нужен, да? Как ты угадал? Капрал Сент-Джон. Мой пижонистый капрал. Да? Как жизнь, Дик. Привет, сержант. Чего? Пижонистый. Это все? Это все. Держать ритм. Не пожалеешь? Да, я знаю. Хороший выбор. Лады? Лады. Лады. Капрал Сент-Джон. Рад видеть. Так, Джон с байкера. Круто, да, смотрится? Уже как надо. Шишотка говно, блин. Ну ладно, херсть. Так, что нам хочется? Дикон, хорошо. У меня для тебя важное задание. Для этого я здесь, сэр. На южной границе мародеры нападают на наших ребят с припасами. Я отметил место на карте. Похоже, засели они в пещерах к югу от Крейтер Лейк. Там их логово. Пещеры? Ладно. У меня не хватает ресурсов для полноценного штурма. И вы хотите, чтобы я вошел туда потихоньку и всех перебил? С деталями разберешься сам, капрал. Вольно. Так, хорошо. Найти лагерь мародеров. Окей. И что-то капитан. А, полковник что-то хотел. Давай! Так, погнали. Ты можешь быстрее. Моя покойная бабушка и то лучше бегает. О, капрал Сент-Джон, как дела? Моя покойная, парализованная бабушка на своей коляске и то перегнала бы тебя. Есть, сержант. Я иду. Сержант. Чего это ты не стараешься? Почему ты еще не на финише? Иду. Подожди, сейчас открою. Тихо. Фу, я чую гнездо. Оно где-то здесь. Так, ну можно, в принципе, спалить, чё? Почему? Гнездо вот где-то рядом. Нет. Я уже чую вонь. Лови! Так. Блин, тварюга. Так, тут у нас все должно быть, по идее. Ничего нет. Ничего нет. Капитан, я нашел мародеров, которые нападали на наших людей. Там, где вы и говорили.
Капрал Сен-Жон, хорошо. Тебе нужна помощь? Да там одна шушера. Сам справлюсь. Удачи, капрал. Отбой. Понятно, здесь нету. Чё ты кричишь-то, дурак? Надо же по-тихому сидеть. Вы что ж, ребята, думали, что можно тут засесть и спокойно перехватывать у людей припасы? Да? Надо же было соображать, да? Чёрт! Это же... Господи, это слишком. Чё такое? Чёрт, кусты слишком густые! Ему не уйти! Вперёд! Сбоку! Сбоку! Ранили! Кого-то грохнули! Он убийца! Устроим ему! Перезарядить! Дело сделано. Что вы что-то охренели, что ли? Сен-Жон вызывает Даймонд Лейк. Прием. Капрал. Капитан, мародеры на нашей южной границе, они нейтрализованы. Ты сказал нашей? Сэр? Ты слишком долго был сам по себе, Сен-Жон. Иногда требуется время, чтобы новобранец осознал себя частью чего-то большего. Если честно, я в тебе сомневался. Ну, теперь я в армии? Да, в армии. Свободен, капрал. Слушаюсь, сэр. Отбой. Так, отлично. Так, что мы здесь создаем? Отличненько. Ну, вроде как все. Так, и давайте, ребята, на этом моменте мы и закончим сегодняшнюю серию. Спасибо вам за просмотр, за лайки, за вашу поддержку. Очень приятно от души. Увидимся с вами на следующем стриме. Всем пока-пока.